Всем привет! С вами, как всегда, Вульф, и сегодня в Меломании четвертая часть о великом и ужасном Оззи Осборне. Итак, после выхода в 91 году классного альбома No Matiz, получившего в мире рока не только признание, но и закрепившего это признание высокими продажами, Оззи Осборн решил, что с него хватит и пора уже уйти на пенсию и обрести покой. Уйти он захотел, конечно же, красиво, а именно провести прощальный тур в составе некогда своей бывшей именитой группы Black Sabbath. Не беда, что впоследствии этого музыканты Sabbath согласились сначала быть на разогреве у великого и ужасного, тем самым лишившись Ронни Джеймса Дио, тур которого потом допевал небезызвестный Роб Хелфорд, что пошло никак не в пользу родоначальникам металла, но того уникального соединения в оригинальном составе, сулившего огромные возможности поиметь на этом как можно больше денег, они, конечно же, добились. Историческое же событие, как и вся последующая программа прощального концерта, можно было лицезреть тогда на видео Live and Loud, которое вышло в свет в 1993 году. Ну и, конечно же, послушать в формате CD и LP, содержащими как раз тот же репертуар, что и в видео. В общем, хотя прощание и произошло и затянулось на целых 2 года, Оззи, как и обещал, проводил время с семьей, где он пытался вести беззаботную жизнь. Но вскоре это ему так осточертело, что он снова принялся за старое, а именно сочинять и писать новые песни и музыку. И к 1995 году Великий и Ужасный объявил о своем возвращении, выпустив по ходу новый 7-й уже по счету сольный альбом, который получил название «Осмозис», ставший впоследствии самым неоднозначным релизом признанного фронтмена за все его годы долгого творчества. Что ж, некоторые его ненавидят, считая одним из самых худших дискографий Оззи. Другие, как, например, и ваш покорный слуга, наоборот, признают в нем все то лучшее, что удавалось Осборну за всю его обширную музыкальную карьеру. Многие его считают простым, медленным, скучным, перенасыщенным балладами, но немногие просто не слышат в нем уникальную целостность, которая не только пронизывает весь диск от начала до конца, но и позволяет композициям уложиться в одно четкое дыхание. Весьма полезное и мало кому удающееся качество для любого рода искусства. Пожалуй, «Осмозис», если и не лучший лонгплей в мире великого поглотителя голов летучих мышей, то уж самый, что ни на есть, величественный и помпезный. Да и к тому же, очень даже современный. На то время, конечно. Что и говорить, а Оззи всегда мог отлично приспособиться к развивающейся музыкальной индустрии. Это было и когда он только ушел из Black Sabbath, это было и в конце 80-х, начало 90-х, когда он выпускал «Духи времени», «No Rest for the Wicked» и «No Matiz». Это стало и с выходом 7-го своего диска. Напичканный по полной модными на тот момент грув и гранж-рифами, психоделичными элементами, яркими эффектами и поражающей мелодикой, альбом 1995 года до сих пор не перестает удивлять. И прежде всего удивлять своей завораживающей атмосферой, когда альтернативный металл, соединившись с классическим своим проявлением, на выходе давал сногсшибательный эффект. Когда голос великого и ужасного, хотя в некоторых местах пропущенный через электронику, звучал неимоверно завораживающе. Когда ритм-секция и основная гитара на выходе излучали совместное единение родственных душ, друг без друга не имеющих просто никаких шансов к существованию. «Осмозис» необычен, но в то же время очень зрелый лонгплей, намного более серьезный по сравнению со своими ранними взрывными и вызывающими пластинками. Он намного более выверен по отношению как ко времени, когда он был создан,
так и по отношению порядка построения самих песен, которые на альбоме находятся, несомненно, именно в том безупречном порядке, какой им только и нужен. Пластинка 95-го года не старается вас ошеломить быстротой и мощной составляющей. В ней нет, по сути, вещей типа «Bug at the Moon», «I don't know» или «The Ultimate Sin», но в ней есть прямое развитие того самого «Hard and Heavy», так мало кому удавшегося в тяжелых для классического метал-движения 90-х годах. В ней нет также прямого следования и последнему лонгплею, ибо продолжение и повтор состоявшегося в плане коммерции «No Matisse» означал бы для Ози как минимум крах, но в ней есть великолепное сочетание гениальности и мастерски поданных неожиданно новых музыкальных впечатлений. В 2001 году, спустя долгие 6 лет, вышел очередной опус великого и ужасного, получивший название «Down to Earth». Что можно сказать, альбом получился с одной стороны интересным и как для старичка современно звучащим, с другой уж сильно каким-то попсовым, простым и открытым. Нет, в нем еще хватает старых привычных элементов, дух которых тянется еще с 80-х, но они настолько на этом диске мутированы и замаскированы, что поначалу ничего и не поймешь. С одной стороны знакомые рифы, правда упакованные, новое металлическое звучание, с другой присущая Ози мелодика, которую могут играть только люди, жившие еще до этого лет 30 назад. С одной стороны, упор на сближение с молодежью, с другой, свои корни также никто не забывал. В итоге, Down to Earth пытается быть максимально толерантным, как говорится, и вашим, и нашим. И скажу я вам, этого диска получается весьма интересно. Ритм, агрессия, разные мелодии с изливающимися гитарными соло и синтезаторными электронными вставками, классические инструменты, рояль и интересные переходы, меняющаяся скорость, низкие тона, вот тут немалый список ингредиентов, так ярко использующихся Down to Earth. Наравне с музыкой альбома также по-своему удивительны и тексты, где великий и ужасный предстают перед нами не таким уж и страшным, преподнося себя как противника наркотиков, сентиментального отца и мечтателя, но никак не как железного человека и тем более антихриста, пытаясь этим показать, что он прежде всего приземленный, обычный, ранимый, спустившийся на землю добропорядочный человек, а не какой-то там монстр, готовый, как прежние времена, откусывать голову и нападать на своих близких. В итоге диск 2001 года вызывает только противоречивое настроение. Это и некая скованность музыкальных движений, это и излишняя балладность, как малосвязующее звено, пытающееся подружить альтернативный подход 2000-х с, увы, с несовместимой, как для такого случая, классикой. Что это? Переходной возраст? Хотя как бы уже поздновато. Осборну на момент выхода Down to Earth уже стукнуло 53. Попытка показать себя в ином свете, в ином качестве, кто его знает. Но одно только ясно, к сожалению, а для некоторых наоборот может быть даже и к лучшему, творчество Оззи Осборна, начиная с альбома Down to Earth, становилось все более и более ближе, что ли, к народу. Хотя, по правде говоря, отголосок всеобщей употребляемости, хотя и в меньшем количестве музыкальной кухни великого и ужасного, был запущен еще в 91-м на No Matisse. Mama, I'm coming home. Но именно на 8-м диске Ози предстал не только как некий гений тяжелого рока, но и, можно так сказать, выдвинулся и обособился от основной массы хард-рока и металла, став в один ряд с такими именами, где уже важна была не только музыка, а прежде всего ореол, имя и звание. Этому способствовало как само то ли внутреннее изменение, то ли логичное продолжение карьеры типичного такого по величине индивидуума, несущего теперь такого Ози, как создателя фестиваля Озвест, где он по полной заигрывал со многими молодыми модными командами, казалось, не соответствующими ему
как по званию, так и величине, так и Оззи, как создание сериала «Осборны». Диатец хэви-метала предстал перед общественностью, но никак не страшным деятелем музыкального прошлого, откусывающим, как когда-то, головы животным, погрязшим в свое время в алкоголе и наркоте, или, как в недавнем фильме о Мотли Крю под названием «Грязь», пьющий собственную мочу. Нет, теперь он оказывается перед нами, пушистым и мягким подкаблучником, рассуждающим о нормальной и чистой жизни. Так что тот же «Down to Earth», несмотря на то, что на альбоме присутствуют тяжелые мощные рифы, вольно или невольно, но застолбил себе место, максимально дружелюбное для почти любого слушателя музыки. Конечно, нельзя сказать, что альбом так плох. Нет, он хорош. И с точки зрения не фаната, а меломана, наверное, даже и очень. Но давайте взглянем правде в глаза. Он, конечно же, на порядок слабее любого изданного ранее материала. С одной стороны, блестящий штат музыкантов и продюсеров произвел актуальное как для того времени творение. С другой, излишняя показушность подачи материала, неизвестно откуда взявшаяся некоторая скованность музыкальных движений, заставляет все-таки усомниться целесообразности именно такого неоднозначного релиза. Хотя, если вы просто меломан, как я, и не фанат Оззи Осборна, диск вам зайдет на ура, это уж точно. А на этом у меня пока все. С вами был, как всегда, Вульф, и до новых видео в меломании. Всем пока!